Так, многие спрашивают опять практику и, например, еще раз говорю, мысль разная, то есть здесь мечи, если показывать слева, они вот так вот, они, понимаете, вы сюда делаете, вы не делаете вот так вот, то есть вы отсюда катите вниз, вот, то есть вы оп, то есть эти мечи, как бы на оттяжке, да, делать, то есть вы должны здесь чувствовать иногда, вот, например, как сказать, почему важны ротаторы манжет, вот штука такая на плече, вот на слева у меня не сочетается с правым, то есть плечо, вот оно, само по себе дельта, в теннисе вообще не нужна, то есть она, поверхностная мышца дельта, она выводит руку, то есть пожать, да, вот, то есть отведение сделать, то есть дельта, она одна, изолирована, работать в теннисе, если вы ее, у вас будет вот эта одна дельта вот так поднимать, то есть у вас обязательно начнут, ну, которые вам говорят, косточка бьется, блядь, плечевая, а ключица, вот на самом деле это импичмент синдром, ключично-криминальное сочинение начинает болтаться, это самое плохое, это 100 видео я снимал, как вы этого, блядь, не можете увидеть, понять, я вообще не понимаю иногда. Как вы хотите играть, если вы костями махаете, блядь? Вы смотрите, вот это делают люди, вот, машут. Ну, вот такие движения, ну, очень сложно, допустим, там, когда просто вот так вот ведут, как-то бьют в точках. Это надо, блядь, тоже четкую точку иметь, понимаете? Вот выходить ногами на одну точку, это так очень сложно. Почему вы не можете понять, что корпус, встречая мяч на одном статическом месте, здесь как бы... Есть некоторый баланс. И вот как раз этот баланс натяжения, то есть вы уходите, натягивая здесь, натягивая, да, у вас натягивается внутренность руки и выпулили. То есть вы затянули, вниз. Саня Георгиев взял, чуть-чуть подсел, смотрите, пам, пам. То есть вот здесь пронатор, у него работает вот этот, больше часть у него, понимаете, он... Пронатор чуть прячет, потому что плечо съедено здесь. То есть, по сути, корпусом он руку съедает, да, своим, хоть у него рука стоит здесь. То есть, укорачивая рычаг вот этот. То есть, многие теннисисты вот так вот делают. Видите, вот просто оп, и коротким движением. Очень коротким. То есть, оп, бол, тима, бол, да. То есть, по сути, плечо убрали, да, и... Тут соединяется вот это напряжение кисти, да, вот, и лево, короткое, все короткое, пам, 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 то есть люди, если даже они доделывают, то вот эту силу они здесь оставляют. Понимаете, у меня техника совсем другая, то есть я вывожу, наоборот, плечо, бок, то есть все вот это у меня выведено, грудная клетка. То есть я вот эти мячи, которые они часто, они говорят, не работает там что-то. У них работает, понимаете, вот в таких моментах, почему вращательная манжета. Она вот здесь вот, вот так, когда делаете, да, чуть плечо, я так не могу. Она чуть работает на расслабление. Вращательную манжету напрягать, ну то есть вращательная манжета, вот ее работа основная, да. Она работает без иногда лопатки. То есть без лопатки работает вот так вот рука. То есть она тонкое чувство дает вращательной манжеты. То есть подстукивая, говорю, подъедает, тут чуть докручивает. То есть вы сохраняете вот эту ось давления и подделываете, то есть уходите рычагом. Тонкое, понимаете, у меня здесь сразу... Бедро, упор, то есть я упираюсь. Когда вам говорят, что локоть вот здесь вот должен быть, и вот так вот перед собой кидать топс, это для меня не очень хороший путь. Почему, я вам скажу, вот этот локоть здесь, то есть вот так вот переваливают и показывают вам подрезку, вот так вот. И у меня рука, то есть я вывожу, не понимаете, не увожу локоть назад, как бы, понимаете, у меня выводится вперед корпус, то есть я наоборот здесь, то есть у меня оп, то есть моя рука удлиняется и локоть заводится назад,
только по одной причине, что если здесь хорошо грудная, зубчатые мышцы вот эти растянулись. То есть я за счет этого увеличиваю объем и делаю движение. То есть у меня работает сразу часть корпуса. То есть у меня работает очень много в руке здесь. То есть у меня не работает вот так вот. Вот легкость такая, смотрите. Хотя так можно работать. Вот они показывают вам ноги земли вот так вот. Чуть пружиня и руку кидая. То есть легкий вес шарика. То есть вот. Можно переваливать вот так вот, смотрите. Оп. Открыли и делали. Я живот делаю, смотрите, прям. И я за счет чего еще могу и оп на начальных стадиях. То есть выйти и сделать. То есть моя техника заключается в том, что межреберные мышцы, то есть все вот это у меня, таз, то есть и слева от этого-то тяжело работать, что корпус приходится, корпус здесь слева, я не могу поймать постоянно вот это как-то момент, то есть мне как-то, блядь, снизу приходится вот сюда его пропускать, ну ниже встречая мяч, старой техники, надо было вот здесь вот учиться его вырывать, то есть подсаживаться здесь и делать. То есть вот прям вот здесь вот, его прям боком вести, как бы, чтобы даже вот дергать сюда, то есть оп, и вывели оп, то есть оп, можно еще здесь закрутить и... Вот он, ротатора манжеты, кстати, в бананах очень много, говорю, работает, то есть вы корпус подгибаете, да, вот этот, и оп, и скручивая себя, тут работает вот на закрутку, на самом деле это супинатор, вот так вот, в таком локте. То есть, и кто вам говорит, что вот этот локоть ошибка, посмотрите, Харимотову. Многие имеют такой локоть. Джеке имел локоть больше назад. Почему? Потому что это объем, ну, вот здесь вот бананы встречать проще. Есть люди, вот, играют дальше. Тут вообще, вот, смотрите, дальше, то есть, локоть, тут, смотрите, может быть, вот вы играете здесь, он уходит сюда. Но он тоже за счет лопатки. Вот видите, лопатка. И движение может быть чуть-чуть вниз. Вот так вот. Оп. То есть приподнимается даже где-то плечо. Это не ошибки, все. Если вы правильно делаете, смотрите, выносите лопатку, руку. То есть смотрите, отвод. Отвод, скрут. То есть стоите на корпус, на ногу. Она сама уходит, рука. То есть... Другое, вы вниз наклоняетесь, конечно, это другая техника, вот вы. Оп, оп, а здесь, смотрите, я сажусь на ногу, растягиваю ноги и делаю, на ногах сижу, на ногах. Это не ошибочные техники, которые вам показывают часто, что там вот. Можно, например, даже вот делать, брать сверху вниз и сюда уводить. Ничего страшного, то есть, смотрите, по верхнему мячу сюда, то есть... Прям переваливать. Ладно, всем пока.